В муниципалитетах Югры обновляют мусорные контейнеры. С начала года региональный оператор закупил почти 4000 вместительных пластиковых баков. Новые емкости, сделанные по евростандарту, установлены в Нягани. Они сменили громоздких металлических собратьев. В Ханты-Мансийске поставили 80 контейнеров в дачных товариществах. В Югорске запланировано оборудовать 4 площадки для садовых кооперативов. Меняя контейнеры, у которых истек срок эксплуатации, Югра экология исполняет поручение губернатора округа Натальи Комаровой. Таким образом, формируется резервный фонд. Нехватка мусорных баков в некоторых муниципалитетах пару лет назад была самой острой проблемой системы обращения с отходами. Сейчас она решена, сообщает региональный оператор. Что касается дачников, Югра экология устанавливает для них бункеры для твердых коммунальных отходов, но контейнерную площадку граждане должны оборудовать своими силами и не складировать мусор, где попало.